Не тот фотоаппарат брал, взял блики идут, поэтому простите. Значит так, сегодня в ремонте у нас такой здоровый пыш. 5,5 метров машина. Человек переехал с другого города. Вот вчера ВКонтакте списались. Как раз я думал, что у меня работы не будет. А как оказалось, 99-й уже разобрали, поэтому сейчас пыжика быстро сделаем. Значит, у пыжика небольшая проблема. Пыжик получил удар именно в петлю. Пошло немного крыло. Немножко просела площадка под петлю. Двери плохо закрываются. Но самое неприятное, что этот кант вдавился. Вот этот кантик, он у нас вдавился. На хлопуне на крыле пошел у нас хлопун. Ни черта не видно, то что ворота открыли. Но здесь надутое крыло. Эту надутость мы не делаем. Получится ее уменьшить. Значит, нам повезло. Не получится, не повезло. Ну, я, как и говорил, прогнулась. Короче, все вот это очко, оно туда нырнуло. Не намного. Не намного, ну и не на мало. Примерно на... Вот это все должно быть ровное. Видно, да, появился зазор? Сантиметр. То есть, вот эта вся часть, весь внутренний кант, ну, с очком, ушел туда на сантиметр. Вот все на это место на сантиметр и потянуть. Не знаю, как это будем делать. Сейчас надо попробовать петлю освободить. Если освободим, дверь будет висеть на одной, нам повезло. Не освободим, не повезло. Люди, ну, закрепили машину. А, за балку так в наглую. Тут балка, блин, 5 миллиметров. Ничего и не будет, потому что тут минимальная нагрузка сейчас. Вернее, какая тут нагрузка? Ну, вот, закрепили примерно, поднатянули. Поднатянули, да. Поставили свою красную штуку, цепь. Маленькими точками, такими вот, по 4-3 миллиметра прихватили. Ну и сейчас попробуем это все. Попробуем это все очко полностью. Надо его попробовать вытянуть. И одновременно будет стараться уходить вот эта вот острая складка. Видно, да, острую складку или не видно? Но она есть. Сейчас попробуем потянуть и посмотреть, что будет. Не могу поставиться. Ну давайте попробуем потянуть. А вот, по-моему, и все. А вот, по-моему, мы и вытянули. Сейчас только надо простучать. Не, еще не дотянули, но надо постучать, потому что уже начинает все отходить. Вот здесь немножко подровняло. Сейчас простучим. Ну, уже не видно, он уже не видно такого большого. Сейчас простучим, еще подтянем. В общем, переставил зажим. Первый раз был тут. Здесь уже вообще достаточно. Это место немножко было не дотянуто, поэтому зажим сейчас натянуто, все класс. Где моя палка? Мерилка. Нано-палка. Эта плоскость должна была быть ровная. Ну, типа параллельно с той другой стороной. Сейчас он наоборот вот так вот торчит. Так само и низ перекрученный, поэтому хватит. То есть, если поставить, уже видно, что мы перетянули. На крыле сейчас ямка небольшая, но когда отпускаешь гидравлику, оно полностью выравнивается. Ну, как был заломчик маленький, правда, так и остался. Это уже место явно перетянутое. Сейчас отпустим, срежем, зачистим, подгрунтуем, ну и попробуем все это собрать в кучу. Люди, ну, вытянули мы, низ чуть немножко перетащили, чем вот это все. Хотя, может, оно так и идет, хотя я не верю, что мы могли этот весь кант перетянуть. Не кант, а плоскость перегнуть, но, тем не менее, выглядит, как будто не перетащили. Или эту точку не дотащили, хотя она никуда не убегала. Так, человеку черной краской взбрызнули, я понимаю, видео никакое, но все-таки, что сниму, то и будет. Повезло нам, что когда снимаешь нижнюю петлю, дверь отлично себя ведет на верхней, не падает, не выгибает, поэтому все висит на верхней петле. Поэтому сняли нижнюю петлю и хорошо работали. Все, сейчас ставим верхнюю петлю, смотрим, что получилось. Ну, то есть, чтобы вы понимали, здесь просто дверь сильно туда уходила, на петле ее сжала. Можно было, конечно, петлю вытянуть, можно было распилять, можно было выгнуть, перерезать, но мы решили вытянуть кузов. В общем, человек приехал, удар был в петлю, как я говорил. Там зазор был чуть плохой. И дверь торчала, вот эта дверь торчала относительно вот этой, вся. Но, по-моему, больше вверх торчал, потому что как бы та петля туда зашла. Здесь примерно было нормально, но все равно торчало. Здесь торчало, там очень много торчало.
Сейчас человек отошел, поэтому я тут могу снимать все, что хочешь. Значит, поставил петлю, тут она нифига, оказывается, не регулируется. Тут есть штырек такой, но если его выбить, в отверстиях очень легко регулируется. Если что, выбьем, вдруг не получится. И только что начал, вернее, закрыл эту дверь, начал смотреть на ригеля, думаю, не сдвинуло ли их от удара. А потом смотрю, видно, а это все откручено. Из-за этого, когда дверь человек закрывал, она у него торчала. Поэтому это не из-за удара начало торчать, это из-за того, что все это откручено. Сейчас зажмем, попробуем закрыть. Люди, не все, ну все, жалко, что я не показал, как было, но закрывается, открывается, все класс. Есть тут, конечно, вот такой переломчик маленький, но ПДРщики захотят, уберут, не заберут. Ну, короче, ремонт был скучный, машину в очередь, вернее, в список внесем, что мы делали такую большую машину. Пыжок. Люди, Пыжик уехал. Это вчера в контакте там с человечком встретились случайно. И это. Говорить никто не может сделать, потому что в Херсоне не хотят делать такую мелкую работу. Ну, я был как раз свободный, поэтому взял. 99-я сейчас приедет, которую все ждали. Человек дал нам кофе. Вот такое. Мы одну распаковали и запечатали, потому что оно сыпаться начало. Сейчас она, тара высохнет. Пересыпем. Человек сказал, итальянская. Вау, видали, какой кофе у меня есть? Спасибо, человек, Максим, спасибо. Еще надо сказать спасибо. Мне машину приперли Антону, что он напечатал мне гараж Каховка. На фабрике трикотажный надел таких штук. Блин, машина приехала, люди, я пошел.